Торжества к 80-летию комбината «Запорожсталь» продолжились сегодня во Дворце культуры металлургов. Комбинат «Запорожсталь» – это комбинат со славными традициями. И эти традиции заложили наши ветераны. Поэтому, конечно, в первую очередь мы будем чествовать ветеранов, поздравлять их с этим праздником. Будем поздравлять тех, кто сейчас работает на нашем предприятии. Это люди труда, которые заслужили этот праздник. И я хочу сказать спасибо всем, кто работал, кто делал славу этому предприятию, кто сейчас работает. И я уверен, что эта слава будет только приумножена. Всех поздравляю с праздником. Тем людям, которые собрались здесь, в нашем ДК «Металлургов», самое наилучшее пожелание – пожелание мира, добра, благополучия и, главное, здоровья. Особое внимание на празднике ветеранам, заложившим славные традиции комбината «Запорожсталь». Очень приятно видеть, как сейчас завод развивается, выглядит ничуть не хуже, а еще даже лучше, чем в те времена, когда я пришел. Вот, просто как попадаешь в цеха, диву даешься, что 80 лет комбинату, а тут новое, все новое. Молодые ребята сейчас стоят у руля, у них прекрасно получается. Я рад, что все те традиции, которые зародились старшим поколением, сейчас приумножаются и выполняются успешно.